плечу. От самого рождения так две судьбы сплетаются навек. Два брата, презирая поражение, шагнули в жизнь дорогами побед. Росли и крепли наши чемпионы земли калининградской сыновья. Спортивные крушили бастионы с улыбками, медалями звеня. С характером таким представить трудно, что можно оставаться на вторых ролях. Так в молодости в схватках безрассудных рождалась белоглазовых заря. Вершина покорялась за вершиной, но спорт не только слава и почет. Борцами могут стать лишь настоящие мужчины. Везение и случайности не в счет. Ученики Торопина гранита и сами становились как гранит. И в каждой схватке, честной и открытой, любой из них шедевр сотворит. С характером таким представить трудно, что можно оставаться на вторых ролях. Так в молодости в схватках безрассудных рождалась белоглазовых зарях.